Министр иностранных дел Австралии заявила, что выезд австралийцев в провинцию Ракка в Сирии будет считаться уголовным преступлением и наказываться сроком до 10 лет. Этот регион стал первым в мире, въезд в который запрещен на законодательном уровне. Ранее парламент утвердил ряд законов для облегчения преследования граждан, сражавшихся на стороне боевиков в Ираке и Сирии и вернувшихся обратно в Австралию. В частности, у 75 человек были аннулированы их австралийские загранпаспорта. Еще 10 было отказано в выдаче для недопущения их выезда в зону конфликта.